Hey, guys, с вами Шимки, мы продолжаем родить игру под названием Guacamole 2. И, скорее всего, даже заканчивать эту серию, потому что у нас осталась последняя локация. И все. Потом, конечно, я еще пособираю остальные части. Но это, может, даже сказать, будет бонусом. Фиг знает, посмотрим. Мне хотя бы сюда. Давайте я сделаю вид, что мне не сюда. Тупой Шимики. Понимаете, мне главное, что денег мне хватает, однако мне этого не хватает, как и называется. Опыта. О. Ага. Они еще при этом бить, так ведь? Ой, у меня же теперь это безграничное, так ведь? Количество этих. Ну, типа, у меня не сбрасывается. Плюс кэш. Так, здесь нужна расчетливость. Да, только, пожалуйста, не лагай. Да. Только зачем я сюда пошел? Вообще плевать. Вообще плевать. Бам. А, нихера тебе. Все равно. Сейчас мы убежим, отхилимся.
только не знаю, на что это отсылка. Бам, просто плюс 50, 6 комбо. И плюс мне еще сейчас дадут деньги. Просто идеально. Очередная арена. Плюс бесконечно, вы же не забывайте это. Стамина, когда набивается больше сотки. Это Марио? Это Марио, да, сейчас будет? Марио 64. Да? Это оно. Отсылочка на Марио. Прикольно. Я теперь по силе прокачан хорошо. Фух, манать. Так, теперь что новенькое пошло. Ага. Там сейф есть? А, он далеко, ладно. Мне главное понять, куда мне идти дальше. Так, а дальше там ничего, да, не было? Ох, здоровенная арена. Мне еще от этого сейчас нужно будет уворачиваться, да? Обман.
сложно. Да ёлы-палы, идёшь в сраку. Забавно то, что у меня уже денег бесконечно. Я не хочу дальше набивать счетчик. Могу что прокачать? Не могу. А, могу. Ну все. Ух-ху-ху, наверх там лезть. Ничего себе. Мне сейчас дадут. Здоровое число. Ой, тихо. А вниз тоже, да, можно упасть? Я сокращаю себе путь на всякий случай. Окей. Добро. Да, территория, вам скажу, опасная. Ну, здесь просто дождь идет, здесь меньше текстур, поэтому я лучше здесь буду. О, все. Лучидор, наконец-то. Мои братья мне все уши про тебя прожужжали. Если бы они знали, какой на самом деле секретный ингредиент в гуакамоле, то микс со вселенной пытались бы захватить они. А не этот болван Сальвадор. А против камня не попрешь, он крепче любых мускулов. Так что скажешь? Так что скажи спасибо, что они не более чем вросшие в землю болтуны. И кстати, все дело в священной соли. Ну, по идее, все, да?
А, еще выше можно. Так, подожди, а мне точно... Потому что я могу как бы и наверх поехать просто. А, там мне же прыжок нужен. Все, я понял. Ну, это поспокойнее там, где дождя нету. Нахера ты это сделал? Птюм улетел. Ну, хотя бы не сдох. Говорил я. Ух ты ж, ё-моё. Горячо, горячо, горячо. А. Я мог отпрыгнуть, но ладно. Бля, я мог, в принципе, на эту успеть змею. Так, легко. Считайте, пока что меня пронесло. Считайте, мне пронесло, что я не туплю. Лучше я курицей буду пинать. Я живее буду. Полетел. Лохи. Лучше так ехать, поверьте. В натуре я просто живее буду. Да ладно, я думал вниз.
конечно, шепчу. Без ошибок делаем. Меньше ошибок, все лучше будет. Потом я буду на боссе тупить. Хотя мог. Ага. Сложно. Поехали, да? Да бей быстрее! Да ладно. Запомнил. Изи. Что, ты за мной сюда поедешь? Нет. Вот и отлично. Полетел, давай. Не улетел. Ладно, понял. Ага. Давай, только не говорите, что сейчас будет стена падать. Ага. Да, найс. Моя пиньята, до свидания. Хотя мы в виде курицы все это сделать, типа они бы сами себя уничтожили. Ух ты ж, манать, сколько там еще лезть. Блин, хочу, лучше пускай будет без дождя, я хорош. Без дождя намного лучше. А.
Круто. Бац, бац. Бац, бац. Бац, бац. Сюда, сюда. Так, это идеально. Бац, бац. Так, это идеально. А, туда, я туда все равно вернусь. Монати не сработались. Я не вижу только смысла, зачем мне деньги. Так, это было, да, у нас уже такой момент. Ой, блядь, тут еще. Нормально. Ну, мы проходили испытания, поэтому это тоже не сложно. Давай, давай, арена змея. Удивительно. Ладно, отхилюсь. А ну-ка, если я, допустим, на расстоянии? А, все равно, видите? Ладно, не хочу с ними драться, просто пробегу. Отлично, успел. Я пытаюсь, ребят, не разобраться, потому что я пытаюсь соображать, что мне делать. Но осталось довольно еще немного. В принципе. Черт, ты это сделал. Чтобы время сэкономить, чтобы не ждать. А, и так можно. Спасибо.
Я куда-то полетел. Надо поняли, где какой-то момент тут поймать, когда будет центр змеи. И там, и там. Ну, в принципе, и так можно. Хочу умирать. Хотя я мог здесь бы пролететь, чтобы время сэкономить. Ладно, последний момент тупанул. Ага. До свидания. Я не хочу там драться. А сверху не было прохода нигде? Ну да, типа это финалка, потому что слишком тяжелый путь идет туда. Ну типа кажется, да? Мы так долго сюда поднимались, а спускаться вообще как нифиг делать. Так, а там есть еще проход, да? Ну, туда на самом деле легко попасть. И все.
ты не скелетом. Молодец, 99 это максималка, понимаете? Пипец. А мне интересно, сколько мне дадут? Хера себе. Прикольно. Так, подождите, я сюда должен был идти? Лол? Я удивлен, что я реально сюда должен был идти. Типа я думал, может наверх? А, серьезно? Ну ладно. Ау. Ну ладно, заберу напоследок. А здесь, окей, здесь удар, прыжок, удар, прыжок, удар, прыжок, прыжок. А здесь мне, получается, нужно удар, удар, и я не попал. И как это сделать? А может, тарели мне здесь нужно цыпленком делать все? А ведь я об этом не задумывался. Но здесь по-любому нужно им это делать, но... Фиг знает. Все. Зачем там что-то придумывать, усложнять?
Зато мы узнали, что будет на 999. Там просто дохера этих барашков. В каком смысле танец? Ритуальный танец. Тебе не обязательно его исполнять. Говорю же. Что ж, тогда давай поскорее. Наверное, из-за орчаты в городе пересохло. Начинаем. Роботанц. Ой, танец робота. Должно открыться с минуты на минуту. Видишь, сработало. Покеда. Что? Опять ты? Вали домой. Пока. Поле Агавы. Хорошее измерение. Мама, мне кажется, что черные дыры приближаются. Хуанита, не смотри на них. Может, если я понесу второго, первого, девятого? Ага, есть! Что это было? Папа? Хуан, как же хорошо, что ты вернулся. Мы понятия не имеем, что за чертовщина тут творится. Это червоточина вот-вот поглоти дом. Ты должен вернуться и все это остановить. Наверное, у Айчива воспользовался нестабильностью связи между измерениями, чтобы создать порталы. А как раз над этим сейчас думаю. Нужно только найти правильное соотношение. Дай-ка попробую. Абракадабра? Да я... О нет, это... схлопанулось. Здорово! Не нравится мне это. Хуан, я верю, что ты сможешь вновь стать героем и спасти мир. Мы тебя очень любим. Так что возвращайся скорее домой, ладно? А мы тут будем тебя ждать. Змеиный храм. Кто бы мог подумать, что из-за конца света появится столько свободного времени? Чем это пахнет? Какого? Как ты здесь оказался? Раунд 2. Мое прекрасное тело. А я тебе пока задержу. Эй, не молчи. Я с тобой разговариваю. Ну ладно, погнали. Это есть, да, но последнее. Наконец, священный гуакамоле. Я сделал все возможное и невозможное. Теперь ты увидишь, насколько силен может быть Лучадор. Подумаешь, поперхнулся, с кем не бывает. Наконец-то мое тело сможет завладеть с моей силой. А, так это... Типа читался?
Я чувствую вам во своем теле божественную силу. А еще нотки кориандра с лаймом. Очень вкусно. Ну что, Хуан, сразимся? Посмотрим, кто здесь настоящий лучшедор. Я понял. А, держу в курсе. Честно, ни хера не понял. А как мне зацепиться в воздухе? Хилиться могу. Так, отлично. Я стал даже сильнее, чем ты можешь себе представить. Впрочем, ты тоже подкачался. Но все равно, ты мне в подметки не годишься. Я покажу тебе истинную силу, Лучадор. Мое высшее обличие. Тебе меня не остановил. Тебе даже ударить мне не удастся. Я создал чит, который ни один человек не сможет пробить. Иди, сразись со мной. Или ты трусишь? Что? Как тебе удалось пробить мою непробиваемую защиту? Впрочем, неважно. Есть у меня еще одна защита, которую ты так просто уже не пробьешь. Сейчас я тебе пробломаю крылышко. Даже он даже не смог показать свою силу, истинную силу.
Мне... Все твердили, что я должен снять маску. Но я не смог. Она стала частью меня. Я их спас. Это все пыль из исчезающих дыр. Из-за нее я не могу дышать. Змеиный храм. Послушай. Помнишь, я сказал, что мы будем вместе до конца времен? В общем, я имел в виду буквально. А, чего? А, было так давно. О, пекулечка моя. Твои кости сияют так же, как в день тогда, когда я тебя встретил. Я тебя умоляю. Ох, что бы ни случилось с нами, у тебя появится слишком много забот. У меня... Это тебе стало волновать одни драки? Да ладно, опять винишь меня? Упрямство тебе не занимать. Не мне ли твердилось что-то там? Ну ты и балда. Он это сделал? Ты исчезли? Что случилось? Ох. О нет, бедный Сальвадор. Мы справились, Хуан. Мы спасли Мексивселенную. А теперь пора вернуть тебя из семьи. Вот-вот, сейчас наколдуют для тебя портал. Абракадабра, портал появись. Ох, что-то не получается, сейчас попробую еще раз. Реликвии вернулись на свои места. Теперь шлется по измерениям не получится. Он застрял. Она права. Прости, Хуан. Погоди, так значит, Хуан застрял в этом измерении навсегда? Из этого другого мира можно попасть в любое измерение Наверное, в них легко запутаться. Значит, получается, что другой мир связывает все измерения воедино. Все измерения воедино. Все измерения воедино. Смотри, портал вот-вот закроется. Хуан, нет. Не ходи туда, иначе никогда оттуда не выберешься. Вот проклятие, я ведь тоже из другого измерения. Этот, получается, умер. Детишки в безопасности. Нам даже поставили великого петуха. Героя. Вчера он стал певцом. А реально, мы же больше его уже не встречали. В смысле, еще мы марионета больше не встречали?
Не, не все... А, подождите, они уже подросли, смотрите. Слушайте, ну это хороший конец получается. Гуакамоле 2. Лучадоры. Ну пойди-то, слушайте. Августо Альгутло. Ладно, давайте я пропущу это. Поздравляем, вы завершили игру в нормальном режиме. Доступно тяжелый уровень сложности. В игре еще достались не найдены секреты. Вы возобновите игру из места сохранения, чтобы продолжить поиски. Ну, слушайте, мы, в принципе, прошли. О, какая заставочка теперь у нас. А, смотрите, а тут бонусов нету. Ну что, давайте, я думаю, тогда на этом закончим с вами. А в следующей серии... Я же у портала сейчас появлюсь. Нет, не у портала, но, в принципе, туда могу долететь. Ладно, мы на этом остановимся. Меня сейчас интересует, где остальные ключи. Это у нас 100%, значит, мы начнем с нефритового храма. Потом с нефритового храма мы отправимся... А давайте лучше сердце тюрьма. Что попасть потом в Пуйблуча. С Пуйблуча мы отправимся в нефритовый храм. И вот так, пам-пам-пам. Либо вот так, пам-пам. А ну да, в принципе, так. Или вот так. Как раз найдем ключ. А темное сердце, это у нас тюрьма. И в тюрьме, да, кажется, главная курица? Или нет? Подождите, как мне это... От скудной земли. По идее, это вот эта, да, труба была? Нет, это вообще, подождите, не то. Сердце. Вот, горнило, да, вот. Значит, сюда мы потом придем в последнюю очередь, значит. Нефритовый храм. И вот так, бац, 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 бац. Поищем, посмотрим, что он за дверью. Ну, в принципе, давайте я пока что оценю игру. Так как считаете, мы с вами уже прошли ее. По идее, это хорошая концовка, я даже не видел плохой. Типа, окей, если бы он не вернулся, это была бы плохая. Так, это хорошая концовка. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И я забыл обсудить игру. Во-первых, первое изменение. У нас появилось иное древо способностей. Теперь нам нужно монеты для этого. И нам нужно выполнять, так сказать, мини-задания, чтобы разблокировать умения. У нас с вами 5, так сказать, линий прокачек. Раньше мы от сейва, типа, прокачивались. Теперь сделали удобнее. Карта, на самом деле, я не сказал бы, что она такая уж огромная. Ну, типа, если сравнивать с первой частью, наверное, они одинаковы по длительности. Хотя там немного обширная версия. Может, тут еще есть тоже будет какой-то контент. Посмотрим. У нас есть также костюмы с вами. Так, как я разблокировал. А, у нас есть игровые персонажи. Не только Хуан, но и Тостата, как и было в первой части. Также тут есть Ой Чива, Кстапай, Катрина, Пиньята. Ну и понятно, это просто версии. Также здесь есть и мультиплеер, то есть на 4 игроков. Это тоже хорошо. Появились новые, так сказать, измерения, да? То есть отсылки, измерения, в которых можно увидеть что-то новенькое. А также можно отметить это... немножко... детализированную, наверное, можно сказать. Типа трава, вот эти
текстуры. Скелеты, конечно, изменились довольно сильно, на глаз они сразу ощущаются, типа, они стали какие-то массивными, если в первой части они были довольно маленькими, то здесь они здоровенные. Также появились как старые враги, да, то есть у нас остались, так у нас появились новые. Из злобной вселенной скелеты, всякие растения, еще всякая херня. Также появились боссы. Прикольный босс, конечно, был как визуальный, так и своими атаками, это Маринетта. Я так и не понял, почему куда делся вообще Маринетта, почему он не остался с Сальвадором. Ну, оказывается, что Чива их много. И еще можно взять тоже к плюсу, это способности курицы, то есть... Они более развились, их стало больше. Упор сделали тоже на боевую систему петуха. Или это курица, я даже не знаю, кто это. Можно еще отметить тоже пасхалки. Музыка почти та же самая, которая была. Головоломок почти таких очень сложных. Я бы не сказал, что они были, но... Может и были. Но у нас осталось еще два ключа найти, поэтому может быть там что-то будет сложное. Что еще можно отметить? Это... Боссы. У боссов были фазы? Ну, у последнего босса точно была фазы. Там фаза змеи, и потом он, типа, свою силу показывает. Ну, конечно, когда он показал свою силу, мы видели... Что? Правильно, нихера. Он ее просто не показал свою силу. То, что я его запинал. Ну что, думаю, тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, и будет еще бонусная серия, когда мы соберем все ключи и посмотрим, что же за той дверью. Поэтому всем пока.